Добрый день, ребята. Как вы знаете, позавчера по миру пролетела очень печальная новость. Samsung Galaxy Note 7 сняли с производства. Да, ребят, это очень печальная новость, потому что в августе я сделал предзаказ на этот аппарат и ждал его, в общем-то, почти 2 месяца, так и не дождался. Забрал деньги, плюнул на все. Очень расстроился. И пока я ждал Galaxy Note 7, в середине сентября я приобрел временно, изначально думая, что временно, Huawei Mate 8 аппарат, который, в общем-то, мне сразу понравился, и было с ним, когда уже подумывал, может отказаться от Galaxy Note 7, думаю, нет, дождусь Note 7, поюзаю его, потом уже сделаю свой выбор. Ну, судьба решила, судьба расставила точки над «и», и я остаюсь с Huawei Mate 8. Модель чем интересна? Здесь 6 дюймов экран, здесь есть поддержка двух симок, по своей памяти 64 гигабайта. Ну, слот здесь тоже гибридный, такой же, как и в Note 7. Единственный минус, конечно, это, ну, кстати, плюс здесь это все-таки microUSB, а не Type-C, как в Note 7. Note 7 меня этот пункт очень смущал, то есть все-таки microUSB мне удобнее. И в общем-то, по всем другим характеристикам он не уступает Note 7. Он такой же удобный, он такой же мощный аппарат. В Antutu выдает он порядка 90 попугаев. В общем-то, что, ну, наверное, сравнимо с Note 7, да, там плюс-минус. Да, ребят, вы скажете, конечно, ну, как же можно сравнивать Mate 8 с Note 7, когда Note 7, главная фишка это стилус. Да, ребят, я очень привык к стилусу. Я им, не скажу, что очень часто, но пользовался. Ну, пару лет назад у меня был планшет, по-моему, Nexus серия. И там тоже не было поддержки стилуса. И я купил такой вот стилус Jot Pro, который специально для емкостных экранов без поддержки вакуум технологии. И, в общем-то, этим стилусом я спокойно пользуюсь на Mate 8. Да, тут нет многих плюшек, которые есть в Samsung, я не спорю. Но, тем не менее, за неимением, скажем так, выбора особого, этот стилус достаточно удобный, удобно им пользоваться. Тем более на таком экране. Да, также можно установить какие-то приложения, типа блокнота, и также с помощью его рисовать. Ну, в общем-то, что достаточно удобно. То есть, изначально, да, здесь этого нету. То есть, да, я планирую все-таки поставить какой-нибудь, по-моему, сейчас даже S-Note есть в Play Market. Можно его скачать и также, в общем-то, пользоваться. В общем-то, такое решение я для себя придумал. Вообще, вчера была новость, что Samsung вообще решил отказаться от названия Note, убрать его. То есть я думаю, что они продолжат выпускать устройство с пером, ну как-то по-другому его назовут, например. Ну, мне так кажется, что если есть Samsung Galaxy S, например, дальний, тут будет Galaxy N. Просто уберут Note, сократят до N. Ну, это просто мое видение, не знаю, как будет на самом деле. Итак, ребят, спасибо всем, кто посмотрел мое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и в дальнейшем увидите очень много интересного. Всего доброго, друзья!